57-47. Решил начать бегать по утрам, не знаю, что из этого получится. Вот первый день, времени нет, еще 8 утра. Пойду бегать примерно на расстоянии 2 километра. У нас тут во дворе асфальт новый положили. Ну как у нас во дворе? Недалеко от нашего двора. Вот он, новенький асфальтик. Довольно-таки приятно бежать по новенькому асфальтику. Вот. Тачки не обгоняют. Потому что я худо трич бегаю медленно. Телефончик уронил. Короче, утренние пробежки походу до добра не заводят. 7:47 я решил бегать, 7:49 я чуть не разбил телефон. Но это ничего страшного. Побежали дальше. Пробежал примерно четверть додуманной дистанции и уже язык на плечо, вообще дыхалки нету. Задача от дома добежать до Гринвича и обратно, при этом не останавливаясь на перекуре. Запихался забежать, тяжко гнать. Побежал там. Прямо не вывез. Честно. Пробежал чуть больше полдороги до Гринвича. И все. Дыхалка моя закончилась. Ну реально что-то я погорячился. Ну дыхалки-то совсем нету, поэтому бегать необходимо, как выясняется.
Вот он, Гринвич уже. Буквально чуть осталось. И развернусь обратно. Пока пешком пойду. Отдышусь маленько и побегу. Сейчас реально аж зубы свело. Ну вот. Дошел до Гринвича. Вот он. Подзапарился, если честно. Прям нормально. Пару слов о том, почему я решил начать бегать по утрам. Очень сложно дается проснуться с утра. Проснулся сразу, пожевал какой-нибудь ерунды, типа бутерброда, чайком, кофейком. И все, и опять на подушку обычно. Не могу. Не могу перебороть сон. И еще часа на два спать ложусь. Столько времени теряется. Вот. Теперь буду просыпаться примерно в 8 утра и бегать для того, чтобы привести мышцы в тонус и с большей пользой проводить день. Ну вот, вроде бы я отдышался немного, можно потихоньку шага переходить в бег. Дыхалки совсем нету. Курить-то вроде бросил, а дыхалка не появилась. Вздыхаю конкретно. Расстояние туда-обратно примерно 2 километра. А пробежал не больше километра. И сдох потом. Расстояние здесь примерно 2 километра. Пробежал не больше километра, дыхалка забилась. Не могу бежать, иду шагом, отдышиваюсь. Вот. Но нужно достигать результат, чтобы пробегать эту дистанцию без остановок. Асфальтик наш родной, новенький, черненький, хорошенький, ямы такие были, сейчас это хороший асфальт.
с горем пополам сбегал туда-обратно. Сейчас буду оформлять канал на ютубе. Учиться фотошоп, делать шапку, значок канала, ну и так далее. Так я начал свою первую пробежку. Всем пока.